Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Ялта совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при силовой поддержке спецподразделений ОМОН задержаны двое подозреваемых в совершении вымогательства в особо крупном размере. Полицейскими установлено, что в августе текущего года молодые люди 21 и 29 лет убедили 18-летнего ялтинца встретиться с ними, после чего, применив физическую силу, посадили молодого человека в автомобиль. Соучастники, угрожая физической расправой и применяя в качестве запугивания предмет, схожий на нож, требовали от потерпевшего денежные средства в сумме более 1,5 миллиона рублей в качестве погашения несуществующего долга. Следственным отделом ОМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, возможно, причастных к указанному преступлению.